Казахстанские ученые готовятся ко Всемирному конгрессу «Энергия будущего», который пройдет в июне этого года в Астане в рамках Экспо-2017. В нем примут участие более 200 представителей 50 стран, в том числе два лауреата Нобелевской премии, три лауреата Международной премии «Глобальная энергия», министры энергетики ряда государств и главы крупных компаний. На повестку дня будет вынесено 4 тематических блока. Это перспективы и сценарии развития мировой энергетики до 2050 года, энергетическая безопасность, тренды развития мировых энергоресурсов и научное кадровое обеспечение. Одну из этих тем ученые обсудили за круглым столом Национальной инженерной академии Казахстана. По данному блоку объединяет и традиционную энергетику, и возобновляемую энергетику, и как их можно воплощать в производство. Поэтому именно сегодня у нас проводится обсуждение всех секционных заседаний и адаптация, можно сказать, просмотреть, какие еще можно поднять тематику, чтобы всем было интересно и раскрыта полностью актуальность данной темы.